Сегодня мы поехали недалеко от деревни за зверобоем. Вот Ираклис собирает уже вот такой букетик. Но не очень-то много его. Такая небольшая полянка. В правой руке у Ираклиса мой сбор. А влево его можно сделать вывод о производительности труда. Как ты считаешь, кто из нас больше поработал? А? Очень. По-джентльменски. Первое место. По-джентльменски, да. Мы поднялись на гору за зверобоем. И вот такой великолепный вид открывается. Я стою спиной к нашей деревне, она сзади, внизу горы. Я потом ее покажу, и будет видно, как она красива. Это вид внизу. И там вдалеке дорога, по которой мы ездим в Конницу, в Янино. Вот такая красота открывается у нас. А перед нами поляна. Но поляна неровная. Если удастся, вот я попробую сделать панораму на 180 градусов. Ну-ка, что из этого получится? Стою на горе. Вот так у нас. Вон там вдалеке Ираклис. Вот как раз 180 градусов. На большее обернуться не могу. Ираклис вдалеке присел. Сейчас я его приближу. Отдыхает, устал, наверное. К нашему большому сожалению, на этой поляне мы не нашли зверобоя. Почему-то он здесь не растет. Странно. Мы поднялись еще выше на гору, и вот отсюда такой вид открывается. Сейчас я немножко приближу. Правда, дерево мешает. Но невозможно встать впереди дерева, потому что солнце. Сейчас начало лета. И даже у нас во дворе растет зверобой. Вот я его сейчас покажу. Мы его должны обязательно собрать и засушить. Прямо под ногами моими растет. Ну пусть дорастет до нужной кондиции, а потом сорвем. Такие желтенькие, неказистые цветочки, но полезные. Мы на последней террасе, а здесь, оказывается, очень много зверобоя. Так что мы продолжаем операцию под названием «Сбор зверобоя как одной из лекарственных трав». Я показываю, сколько здесь его растет на этой террасе. Ираклис подошел к тому островку, и еще вверху есть. Под самым лесом у ограды тоже есть. Сейчас он туда пойдет. Вот они, желтенькие цветочки. Вот еще. Вот Ираклис прям в присядку собирает. Ну, прямо у нас, если бы была женщина среди цветов, то я бы сказала, как это красиво. Ну, мужчине-то такие вещи не говорят. Дрозд запел. Ираклис говорит, что он возмущается, что забираем цветы. А мы вроде как не понимаем, продолжаем свое дело. Конец огорода, и тут роскошное буйство зверобоя. Сейчас Ираклис закончит наверху и приступит к этому. Я снимаю Ираклиса с другого ракурса. Это он собирает на огороде номер 2, который я показывала. И потом, когда соберет это все, я покажу, какой урожай зверобоя, не выходя за ворота у нас во дворе.
А это ираклис уже идет с букетом вот стакенным. Это результат нашей деятельности, его деятельности. Это прямо во дворе растет лекарственная ромашка. Я ее соберу, хоть мы периодически собираем, сушим, но не пользуемся. Нарвала ее, насушила. Эти кустики называются дендроливана, по-русски розмарин. Мы их немного засушили, но опять будем, нарвем и опять посушим, потому что нужно будет привезти друзьям. Растет трава тимари. Вот она сейчас тоже в цвету. Запах необычайно хороший. Ее тоже используют в пище. Не знаю, буду ли я ее применять, потому что столько уже трав набрали. Ну да ладно, в хозяйстве не помешает. Вот эти три кустика на огороде номер один, это василикос, базилик по-русски. Вот он пока такой маленький, но вырастет в большие кусты, тоже соберем. Напоследок показываю нашу грядку с лавандой, потому что сейчас буду приступать к стрижке ее. Я делаю поближе, чтобы можно было увидеть, какие же это цветочки. Такие маленькие, нежно-сиреневого цвета. А на некоторых сохранились еще капельки росы, но вряд ли это будет видно. Вот таким образом стриху не до самых корней, потому что внизу они уже какие-то такие темные, они уже отжили свое. А вот эта зеленая часть с цветами подлежит стрижке. Вот такие наши дела сегодня с утра. Денек хороший. И воспользовались деньком. Ну вот один куст, ну как-то долго стригу. Ты не считаешь, что я долго стригу? А? Ну взялась уже, куда деваться. Потом покажу, сколько настригла. И обеднеет наша клумба. И будем ждать, когда она даст опять цветочки. Но ждать придется долго, судя по всему. Ну что поделаешь. Так решили, что будет здесь лаванда. Значит, периодически будет пусто. Вот уже какой пучочек настригла с одного куста. Потом посушим, и отправится она в Афины пугать моль мне и моей подружке. Здесь-то у нас ее не наблюдается, этой моли, а в Афинах есть. Что приводит меня в очень большую тревогу по поводу шубы. Всякий раз, как уезжаю, переживаю, как бы туда не залетел. А сейчас покажу, сколько настригла. Вот! Какая красота! А запах прекрасный. Сейчас пойду сушить. А вот так. Напротив нашего огорода живут соседи. И вот у него такая липа. Мы пришли попроситься пособирает цветы, но что-то его не видно. Ираклис уже в середине, а я осталась за оградой. Буду снимать, как он начнет действовать. Цветы очень низко и такие крупные. А обнаружили мы очень случайно. В прошлом году были на участке и чувствуем такой красивый запах. Думаю, что такое, потому что забыли уже запах липы. И я пошла по запаху и вот такое обнаружила, такую красоту и запах. Но в прошлом году мы не собирали. Вот такие они цветочки при близком рассмотрении. Я говорю, достаточно. Может, даст Бог, не будем болеть, то оно и не пригодится. Как ты считаешь? Считаю, что хватит.
Ну, покажи, сколько ты там набрал. Ну и хватит. Рядом с липой инжирное дерево, и уже есть плоды. Сейчас попробую показать. Вот инжирчик уже какой. Маленький, естественно, еще. Уходим со двора. Хозяина не видно, ну да потом поблагодарим. А я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания, до новых встреч.